Приветствую вас на нашем канале, канал самых оперативных, увлекательных, познавательных, интересных, а самое главное, актуальных и популярных новостей в сети. А что может быть популярнее, чем гороскоп? А у нас этот гороскоп вообще на целую неделю. Ну что, погнали! Итак, Овны, не самое благоприятное время для Овнов. Вы ощущаете невероятную усталость, поэтому и работайте в полсилы. Овны, пора собраться. Телец отлично себя чувствует, а это большое преимущество, поскольку период приготовил для них немало испытаний. Близнецы не в лучшей форме, да еще и сама судьба не позволяет расслабиться ни на минутку. Рак, довольно противоречивый период. С одной стороны, вы полны энергии и энтузиазма двигаться к цели, но с другой стороны, на вашем пути постоянно возникают какие-то проблемы. Лев, львы не в лучшей форме, поддержите свой иммунитет, болеть сейчас просто никогда. Девы сумеют проявить творческие способности, наладить отношения с детьми и, кстати, возлюбленными. Вот так. Весам предстоит пройти множество испытаний, особенно нелегко вам придется в первой половине недели. Скорпионов ожидает необычные, почти мистические встречи, которые могут кардинально изменить их мировоззрение или же открыть дверь подсознания. Вот так. Стрельцы активны, амбициозны и готовы штурмовать карьерную лестницу. Козерог. Для козерога начинается новый жизненный этап. Самое время проявить активность, постараться реализовать свои планы. Водолей. Многие представители знака почувствуют усталость, что не лучшим образом отразится на их работоспособности. И, наконец, рыбы. Рыб ждет интересный, творческий и очень плодотворный период. Вот и все. Да пребудут с вами звезды. Подписывайтесь на наш канал. Пока!